Я проснулся среди ночи от очень сильного ливня. В общем, утро следующего дня. Проснулся я в 8 до часу дня, сидел в номере, монтировал видео. Но я понимаю, что мне надо выходить, мне надо купить чемодан, надо купить сувениры, надо заказать трансфер до аэропорта на завтра. Выбора нет, придется выходить. Ой, блин, в общем, сходил, значит, я на рынок, купил две самые топовые штуки, которые все пробуют в Таиланде, все их обсуждают, но я здесь уже четвертый раз, и я до сих пор не пробовал. Это дуриан, и это насекомое. Стоил вот такой маленький кусочек 60 бат, он точно свежий, его разделали при мне. Пахнет нормально. Мне запах немного напоминает сыр. Сладкая пюрешная такая консистенция. Боже мой, какая вкуснятина. Мне нравится. Вот они, красавчики. Тут микс. Я даже не знаю, какие-то то ли мухи, то ли пчелы. И личинки. Вот я подцепил самую такую толстенькую. Вот она такая личиночка. Мы ее готовили, кстати, со специями. Мы посолили, добавили какой-то соус. Походит на чипсы. Господи, это вкусно. А вот это на семечки походит. Блин, это вкусно. Так, теперь давайте этих мух пробовать. Если личинки хотя бы чуть-чуть аппетитные были, то мухи — это какая-то жесть. Господи, или кузнечики это. Что это вообще за насекомое? Какой ужас. Блин, там еще и жало. Хочу все это обломать. Ножки тоже, потому что я уверен, это не съедобно. Ой, я голову оторвал. Ну ладно, голову тоже. Стало лучше выглядеть. Я не понял. Привкус вроде тот же, но консистенция какая-то другая. Ладно, попробую совсем. Блин. Честно, с крыльями вкуснее. Реально. Это съедобно. Не знаю, буду ли я доедать. Может быть, личинок, да. Мух вряд ли. А дуриан доем точно. Я сейчас уже в отеле, готовлюсь ко сну, разулся и потрогал свои ноги. Все мозоли были съедены, и такие мягкие ножки, да. Сейчас уже утро, я решил отправиться на рынок и купить фрукты, которые я хочу увезти в Россию. Уезжаю из Паттайи, погода улучшилась. Мне кажется, я только приехал, только зашел в этот лифт. Блин, уже все мои 5 дней пролетели. Сейчас покушаю, дособираю чемодан, и за мной уже приедет такси. Мне осталось примерно полчаса еще здесь находиться. Как неохота уезжать, и охота в то же время, потому что я поеду к маме, которую я не видел уже полгода, потому что жил в Москве. Я даже по Москве уже соскучился.
Блин, минут 10 осталось. Я полечу домой. Чемодан уже сложил. Даже кофе в дорогу взял. Вот и мой уже опустевший номер. Только картина с мусором полная. Сижу в аэропорту, вызвал такси, сейчас его ожидаю. Так соскучился по маме, я хочу ее уже увидеть. Сейчас я позвонил с ней, поговорил немного, блин, поскорее бы домой. Дождаться не могла тебя. Дождалась. Ну? Я дома.